Всем здорово, ребят. Ну что, мы на аккаунте десяточки, который я в конце месяца, как и обещал, разыграю. Вышло обновление, я решил испытать удачу. Сегодня также есть у нас обалденный коллекционер. Попробуем что-то вытащить отсюда. Может, все соберем. Самое основное выбить квин ваш, ну, то есть королеву ос, которая уже недостающая на этом аккаунте. Как видите, здесь не хватает только двух героев, ну, точнее, трех. У нас еще нету разрухи, но разруха это фигня. Один донатный и один такой. Ну, зефир есть, все есть, аккаунт топовый, поэтому внимательно следите за видосами. Купидончик падает сразу, и вы будете знать, что надо сделать и как его получить. Так, окей, поехали. Будем ролить, посмотрим, какой сегодня рандомчик на английском сервере. Очень интересно. Затащить. Просто налегке, ребята. Налегке мы вытаскиваем лазулю. Поехали дальше. Махатма. Обалдеть. Орк. Вот это да. Но нам надо, блин, один герой всего лишь. Все остальные у нас уже есть и прокачаны, в принципе, неплохо. Так, давай, рандомчик. Еще одна махатма. Это жестко. Не завидую я будущему владельцу этого аккаунта, потому что тут качать надо дофига всего. Череп, рыцарь, бочка. Обалдеть. А где наш один недостающий герой? Кто там у нас? Бигфут, по-моему, да? Бигфута, если выбить нормально, дадут плюх тоже. Ребятушки, влепили просто по лайку. Вот просто лайтово мы выбиваем налегке этого героя. Это просто жесть. Почему у меня так на Тайване не выпало? Это просто пипец, ребят. Посмотрите, какие мы плюхи сейчас заберем. Давайте, наверное, еще попробуем добьем. Слизней, 9 слизней нам надо добить. Ну а вы лепите лайк. Фуловый аккаунт, блин. Это жесть. У меня даже на тестовом моем аккаунте свален. Качай, не перекачай, называется. Так, и все, после квин нам просто перестали падать леги. Сейчас пойдем с вами попробуем словить мутанта. Так, чемпион, чемпион, чемпион. Вот хорошо начали. Варлок. Пейнда. Блин, круто. Реально круто прет на этом аккаунте. Десяточка реально тащит. Такс. Желейка. Пампкин Дюк. Аса. Так, что там у нас? Еще два. Всего лишь два. Попробуем. Может, еще какую-то имбу вытащим. Ну, это реально, если посмотреть, сколько мы самого потратили и каких героев вытащили. Это просто мега удача. Просто жесть, ребят. Третья командора. Одни слизняки, дайте уже этих слизней. Раз и... Бугимен! Вау. Просто вау. Есть, отлично. Наконец-то мы собрали. Поехали, заберем этого коллекционера. Ну, видите, Бигфута и Фрейм мы не выбили, но они нам, по сути, и не надо. Я забрал подушки. Так, поехали сюда, забираем эти плюхи. Давайте откроем сразу же сумочки. Что тут у нас есть по плюшкам? Не открытого. Как видите, камней здесь тоже хватает. Оу, три. Целых три, ребят. Целых три осколка. Обалдеть. Да, что-то квин ваш реально на этом сервере очень хорошо падает. Так, надо посвобождать места. Поехали в питомник. Попробуем сейчас с вами.
Так, где мои пэты? Так сложно что-то здесь найти, честно говоря. Кстати, надо чекать магазины теперь, потому что здесь могут быть новые пропуска. И их надо всегда скупать. Они, наверное, тут такой же шанс, как и на карте раньше был. Хрен достанешь. Так, что там архидемон открылся? У нас открылся станет. Огромный урон, иммунитет, энергия. Что-то последнее время один и тот же архи везде. Странно. Так, окей. С этим разобрались. Поехали дальше. Поехали, будем пробовать тащить. Пиу-пиу-пиу, пятюня. Вот так вот делаем. И вот так вот ставим кристаллы. То есть есть у нас, ребят, 5 попыток. Поехали, попробуем, посмотрим на удачу. Повезет, не повезет нам словить мутанта. Реально, мутанты кайфовые. Я вам показывал. В 2 раза он сильнее, чем обычный пэт. Ну, с этой серии. Просто изи, ребят. Просто изи. На десяточке есть мутант. Блин, жесть. Реально полная жесть. Еще один мутант. Еще один мутант. Обычный. И еще один мутант. Офигеть. Просто офигеть. Второй мутантик у нас есть. Ну, на десяточке. Так, давайте посмотрим на этих питомцев. Вот так вот он выглядит. Я показывал вам, что статки реально, вот смотрите, атака. Дороговато ролить. Нифига себе, вот это падает. Обалдеть. Ну круто реально падает. Так, не буду я тратить самоцветы, то я что-то вошел в кураж. Посмотрите, какая прибавка по статам идет каждую эту. Я не знаю, что там будет. Там будет жесть полная, когда он прокачается до максимального левела. Там просто нереальные будут по ходу статы, но... Просто кайф, вот я не знаю, на этом аккаунте просто, вот даже, честно говоря, иногда жалею, что я такой аккаунт разыгрываю. Аккаунт реально топовый. Все для игры есть, то есть он круче, явно круче предыдущей десятки. Вот посмотрите, все герои, ну они, понятно, не докачаны, я их не качаю всех. Уже дальше будет следующий владелец. У меня есть чем заниматься. Ресурсов здесь тоже хватает. Кулаки, скины зданий, прокачки на героев. Короче, все для хорошей комфортной игры здесь есть. Блин, ну круто, чё. Так, а чё мы там? У нас еще одна попытка, что ли, есть? А, это у нас одна попытка осталась, просто обычная. Вот так вот. Да уж, круто. Как-то быстро все. Вот реально. Так, что я еще хотел? Я еще хотел что-то посмотреть на десятке. А, ресурсы. Что у нас по ресурсам? Ну, в принципе, кристаллов здесь хватает. Они все у нас уйдут на прокачку. Коллекционером мы, в принципе, разобрались. Так, еще здесь есть вот такая вот темка. В принципе, за 4200, ну, его нету смысла. А есть у нас эти... О, отлично, смотрите, что мы еще сейчас сделаем с вами, ребят. Да, укомплектовываем этот аккаунт по полной. Блин, 21, но я не знаю, что у нас взять. 5 рун. Я возьму вот этих камней и, наверное, вот этих камней. Руны рунами. Они потом докачаются. Давайте еще раз трешанем. Мы все равно уже ничего такого не купим. Хотя бы посмотрим, какие здесь есть плюхи сегодня. Ну, неплохо. В общем, вот так вот.
Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с этого аккаунта. Я не знаю, их там еще, наверное, мало будет. Я уже его скоро... Ой, у нас тут даже скины не прокачаны. Да, ты че? Это ужасно. Запустили аккаунт. Видите, многих скинов еще, кстати, нету. Так, ну это уже будут проблемы следующего владельца аккаунта. Тут до разрухи 40к. Ну, разруха бесполезный герой, его бессмысленно вытаскивать. Можно и без него, честно говоря, обойтись. Так, давайте откроем еще эту красавицу. Квин Вашп. По талантам я вам, в принципе, уже и показал на всех вариациях. Бег королева однозначно ван лав. Выключаем сразу же десяточку. Вот такой вот герой. В принципе, все. Ждите новых видосов, обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.